Глава района Олег Хромов и делегация муниципалитета в составе 150 человек приняли участие в областном форуме «Инициатива». Помимо форума для собравшихся был организован праздничный концерт, а также в этот день были названы 10 главных проектов победителей премии «Наше Подмосковье». Обращаясь к участникам форума, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что традиция и сама премия будут продолжены, и все инициативы участников власти будут поддерживать. Глава района и председатель Совета депутатов поздравили жителей Ленинского района с государственным праздником – Днем Героев Отечества. Ежегодно 9 декабря Россия чествует истинных патриотов Отечества, людей отважных и мужественных, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись страны. Мы гордимся их ратными и трудовыми подвигами, восхищаемся самоотверженным служением Родине и верностью гражданскому долгу. Доброго всем здоровья, мира и благополучия! В Международном выставочном центре «Крокус-экспо» были названы проекты-победители премии «Наше Подмосковье». В 2015 году на премию было подано 24 тысячи заявок, из них были выбраны 1945 лучших. В числе победителей 44 проекта, представленные жителями Ленинского муниципального района. 8 проектов удостоены второй и 36 третьей степени. Поздравляем победителей! Проект «Стрелка» стал лауреатом национальной премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Премия учреждена Общественным советом Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 году и призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг.